Всем привет, вы на канале Автозвук UA, и мы продолжаем блок видео, посвященных автомобильной химии и различным присадкам. Сегодня я хотел бы рассказать о таких составах, как ревитализанты, кондиционеры металла, триботехнические составы, керамика и так далее. В принципе, все эти составы в той или иной мере предназначены для решения одних и тех же или похожих задач. Но, тем не менее, между составами есть также свои отличия, о которых я постараюсь рассказать. И если вдруг вы заметите какие-то неточности или ошибки, обязательно напишите об этом в комментариях. Я говорю о возможных ошибках, потому что различия между составами достаточно тонкие, и они еще переплетаются с маркетинговым описанием, и возможно то, что я буду говорить, не совсем будет стыковаться с тем, что хотели бы услышать маркетологи конкретно каждого продукта. Подобного рода добавки нередко называют присадками. Но присадки при добавлении в моторное либо другие масла, либо топливо изменяют его свойства. В данном случае при добавлении того же кондиционера металла или ревитализанта в моторное масло не происходит изменений свойств масла, но наблюдается восстановление геометрии деталей двигателя. Также некоторые составы могут иметь дополнительные компоненты, которые обеспечивают дополнительную защиту либо какие-то дополнительные характеристики состава. Все это добро может применяться в различных ДВС для восстановления геометрии деталей, в том числе заполнения царапин, задиров, рытвин, насечек, восстановления компрессии, восстановления газоплотности цилиндров, снижения трения между деталями и уменьшения износа тех же деталей. Но все это в теории. На практике, как говорится, может быть по-разному. Такие понятия, как ревитализант, кондиционер металла или керамика, говорят нам о технологии производства конкретного состава. В данном случае мы видим составы, которые добавляются непосредственно в моторное масло и предназначены для использования в двигателях внутреннего сгорания. Но также все эти технологии могут применяться и в других составах, предназначенных, например, для коробки передач, рулевых реек и так далее. Несмотря на разные названия и разные технологии, по принципу работы некоторые составы могут быть очень похожими. Например, ревитализант создает на поверхности деталей металлокерамическое покрытие, которое изнашивается в дальнейшем вместо деталей. Керамика также присутствует в составе кератек, а если мы, например, возьмем какие-нибудь триботехнические составы, то они создают на поверхности металлическое покрытие. Ну, в данном случае у нас металлокерамика, керамика и металлические покрытия. То есть по свойствам и принципу действия некоторые составы могут между собой переплетаться. Также помимо основных свойств у составов есть дополнительные моющие свойства. У некоторых они слабо выражены и даже не задекларированы на упаковке, а у некоторых ярко выражены, и в принципе производитель прямо на упаковке указывает, что состав имеет моющие свойства. Итак, кондиционер металла ER. ER – это торговая марка. Такие кондиционеры уменьшают коэффициент трения между деталями, продлевают их ресурс, снижают шумы и вибрации. ER способен защитить пары трения от износа при утечке или даже недостатке масла, но его нельзя использовать в зубчатых передачах, где установлены дифференциалы повышенного трения. Также данный состав не обладает очищающими свойствами и не восстанавливает геометрию деталей. Кондиционеры металла, включая СМТ-2 и ER, создают на поверхности деталей уменьшающую трение пленку, которая способна выдерживать намного большие нагрузки, чем, например, моторное масло. Если на поверхности деталей имеются какие-нибудь заусенцы, задиры или рытвины, то они под воздействием ER сгладятся или завальцуются. Кондиционер металла SMT-2, как и ER, является торговой маркой и основан на тех же технологиях. Более того, рецептура здесь также схожа, но по сравнению с ER-2 она улучшена. По сравнению с ER, SMT-2 держится на деталях более продолжительный срок, около 13 тысяч километров, в то время как ER продержится примерно 7-9 тысяч километров. Также SMT-2 более экологичен и биоразлагаем. Минусы у него, в принципе, те же, что и у ER. Ревитализант восстанавливает поверхности деталей, и как следствие это приводит к увеличению мощности, снижению расхода топлива, выравниванию компрессии, улучшению смазывающих свойств масла. Ревитализант также обеспечивает защиту деталей от износа на долгий срок, до 100 тысяч километров. Ревитализанты в основном выпускает компания HADO, и они отличаются между собой по содержанию ревитализантов в составе. Это обозначается аббревиатурой РФ, то есть ревитализант фактор, и в данном случае у нас состав красного цвета, то есть здесь максимальная ревитализация, если так можно сказать. Такой состав предназначен уже для сильно изношенных двигателей.
Керамика. В данном случае это Keratec от Liqui Moly. Данный состав выравнивает микронеровности поверхностей, укрепляет верхние слои металла, создает защитную пленку, уменьшает коэффициент трения. Но, к сожалению, керамика не обладает моющими и очищающими свойствами. Принцип действия основан на том, что микрокерамические частицы как бы заполняют неровности металла, склеиваются между собой и образуют таким образом очень прочный слой. Этот слой должен продержаться на деталях около 50 тысяч километров. Еще одна разновидность или подразновидность — это просто кондиционер металла. В данном случае он представлен торговой маркой Monol. В принципе, кондиционер металла — это то же самое, что ER и SMT, просто ER и SMT — это зарегистрированные торговые марки. Кондиционеры металла других торговых марок в принципе имеют схожие основные компоненты и похожую рецептуру. Просто разные производители для конкурентности могут добавлять в свои составы различные компоненты, например, моющие присадки, или увеличивать эксплуатационные интервалы. Конкретно этот состав при добавлении в минеральное моторное масло способен прожить примерно 5-10 тысяч километров, если его добавить в полусинтетику 10-15, и в синтетике состав проживет 15-20 тысяч. Конечно же, заливая что-то в свой двигатель, хочется знать его состав. Но в данном случае составы очень разнообразные и засекреченные. Обычно за основу берут базовое масло и добавляют к нему какие-нибудь минералы, металлы, керамику, модификаторы трения, различные дисульфиды, нитриды, моющие присадки и микроабразивные компоненты. По способу применения составы плюс-минус похожи. В основном их добавляют в свежее моторное масло. В некоторых случаях производитель рекомендует предварительно прогреть двигатель. И после добавления состава не глушить двигатель еще примерно 15-20 минут. Также, например, для керамики Liqui Moly производитель рекомендует дополнительно перед добавкой произвести промывку двигателя. В случае с применением составов ER или SMT первая обработка производится в пропорции 60 мл состава на литр моторного масла, и дальнейшие обработки производятся уже в меньшей пропорции, 30 мл состава на 1 литр моторного масла. Но в любом случае перед использованием любого из составов нужно прочитать инструкцию и убедиться в совместимости с вашим двигателем и прочими деталями. После добавления состава в моторное масло процесс образования защитной пленки или защитного покрытия на деталях происходит при пробеге примерно 1-2 тысячи километров. И в этот период замена моторного масла категорически запрещена, так как вместе с маслом мы сольем и основные действующие компоненты. При выборе подобных составов нужно обратить внимание на следующие моменты. Если автомобиль старый, у него сильно изношенные детали, то для восстановления их геометрии лучше использовать, например, различные ревитализанты или керамику. И также обратить внимание на степень ревитализации. То есть на каждой упаковке будет указано примерно для какого пробега предназначен конкретный состав. Если мы говорим о каких-то свежих, новых автомобилях, то здесь, на мой взгляд, будет достаточно периодического применения какого-нибудь кондиционера металла. Этот кондиционер создаст на поверхности деталей защитную пленку, которая будет изнашиваться вместо основных деталей. Таким образом, металлические детали двигателя будут изнашиваться меньше. Также обратите внимание на наличие моющих свойств. В принципе, для подобных составов это редкость, но тем не менее такие средства тоже встречаются. Если у состава присутствуют моющие свойства, то вам не понадобится дополнительно покупать какую-нибудь промывку. Также стоит обратить внимание на количество этапов обработки. Есть составы, которыми двигатель обрабатывается в 2 и даже 3 этапа. В таком случае вместо одного флакона вам нужно будет приобрести целых 3. Ну и эксплуатация такого средства также немножко затруднена. Напоследок хочу обратить внимание, что это, естественно, небольшая часть подобных составов. На нашем сайте вы сможете найти большое разнообразие различных керамических средств, ревитализантов и кондиционеров металла, которые предназначены не только для двигателя, но и для рулевых реек, дифференциалов, гуров и так далее. У меня на этом, как обычно, все. Если видео было полезным и интересным, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.